Разбирать чердаки и балконы на самом деле очень интересное занятие. Можно найти кучу вещей на все случаи жизни. Одежду, к примеру, которая еще очень даже ничего. И избежать похода в магазин. А еще неплохо бы найти предметы, которые давно пора сдать в музей. Хранители фондов, как никто другой, знают цену вещам. В Нягинском музейно-культурном центре насчитывается несколько тысяч экспонатов, и за каждым из них стоит история. К примеру, трофейная бритва, переданная учреждению семьи Ельниковых, когда-то была обнаружена в немецком танке. Когда мы занялись изучением этой бритвы, оказалось, что она имеет клеймо и написано «Бокер Золинген». Лезвие посеребрено. На нем надпись и гравировка «Стерлинг». Рукоятка, ручка. Мы не определили. Может быть, она из кости, это пока еще не ясно. Но на ней, на рукоятке, совершенно другое клеймо. Также известной французской фирмы «Грело». И когда мы раскопали историю, как оказалось, что в 30-40-е годы эти две фирмы, они сотрудничали. Своя история есть у каждой вещи. Именно желание сохранить теплые воспоминания, связанные с ее приобретением, зачастую и движут коллекционерами. Каких только коллекций не бывает, от чайных пакетиков до автомобилей. Я хочу показать коллекцию пожарных машинок моего папы. Мой папа когда-то служил в пожарной охране. Коллекция машинок моего папы насчитывает чуть меньше 100 штук. И нет ни одной одинаковой. В ней есть новые автомобили и старинные. Он очень внимательно за ней следит и не дает никому в нее поиграть. И мне тоже. Свою коллекцию он начал собирать, когда я еще не родилась. Я помню, как папа с отпуска с Анапы привез мне курочек. Вот такую вот, только пластмассовая была эта игрушка. Она вскоре поломалась. Но в то время, в конце 60-х, по дворам ездили старьевщики. Они собирали ветошь, и на сданные килограммы тряпья расплачивались игрушками, свистульками. И вот такую вот цветную, деревянную мне родители приобрели. День воспоминаний про теплые вещи, день примерки старых вещей, день обмена вещами. Календарь пестрит датами, которые намекают нам, надо дать второй шанс утилю. Зачастую то, что больше всего хочется назвать хламом, способно подарить нам феномен винтажного чуда. Другими словами, можно получить нечто новое из хорошо забытого старого. А потому сегодня есть смысл посмотреть на привычные вещи другими глазами.